мы приехали в цирк. В Варшаве нету стационарного цирка, он приезжает, цирк Залевский. Буфет. Вера, конечно же, сразу же буфет смотрит. Вера, мы приехали в цирк, а не в буфет. Конечно. Давно в цирке не были. Посмотрим, какой в Польше он. Ну, шатер такой установленный. Старенькие такие скамеечки немного. Билеты вот здесь вот на скамейках по 30 злотых. Здесь на этих креслах уже 50-70. Мы, конечно же, уже со сладкой ватой, Вера. Вера уже со сладкой ватой. Видно, видно, большущая. Думали уже. Прошу заметить, ребята, без страховки. Черную маску одевает. Глаза Вера себе закрывает. А, нет, это он что-то на ногу одел. Thank you.
Вера, ты переживаешь?
Север, один из нас выступает. Ты видела? Там человек. Настоящий динозавр. Включает музыку как. Ты думаешь? Да. Там человек. Może jest między nami jakiś treser dinozaurów? Ktoś to wie, jak sobie radzić z taką bestią pan? No tak, całe szczęście, że pan dzisiaj przyszedł prędko. Jak się woła na dinozaura? Nie. Dobra, może pójdę dalej do tego pana. Pan wygląda na zorientowanego w walce z gadzinami. Dobra, prędko, jak się woła na dinozaura? Dobra, spróbuję, nie mam pojęcia! Okej, widzę, że nie mam wyboru. Gdzie oni tam siedzieli, ждали эти верблюды? Там так мало места, кажется, у них. Ну там, за кулисами, у них там, кажется, так мало места. Там верблюды и козочки. Мама, я пройду туда. Давай. Вера пошла к верблюдам.